Не пробил. Не пробил. Танк уничтожен.
Видите? Thank you.
взрыва увелича. Есть пробитие. Танк уничтожен.
пробитие.
Пробитие. Пробитие. Thank you.
Бой начинается.
Здравствуй, танкист. Пришло время третьего сезона боевого пропуска. Тебя снова ждут два новых 3D-стиля и два новых героя. Это Николай Самохин. Опытный офицер, он принимал участие в разработке безопасного маршрута для конвоя. Но несмотря на тщательную подготовку, конвой попал в засаду. Деликатное оборудование, личный состав пропали. Самохин вызвался лично возглавить спасательную операцию. По данным разведки, оборудование было захвачено местными повстанцами. Есть опасение, что оно может попасть не в те руки. Взяв под командование взвод танков, он на своем ИС-4 отправился выручать своих людей. Но Самохин даже не представлял, чем обернется эта операция. Рид, командир Т-110 Е-5 корпуса морской пехоты. Выполнял секретную операцию в том же квадрате, что и Самохин. Да уж, нарочно не придумаешь. Рида и не должно было там быть. Он не очень подходил для тихих операций, слишком горячий. Но в последний момент он заменил выбывшего командира. Тем утром их взвод был отправлен на эвакуацию из засекреченного объекта. Они должны были высадиться на берег и, не привлекая внимания, добраться до пункта назначения, забрать посылку и вернуться в зону эвакуации. Но после высадки отряд попал в песчаную бурю.
Связь с командованием была утеряна. База, база, это Кондор. Как слышно? Thank you.
Прикрытие. Пробитие. Есть пробитие. Готов. Thank you.
пробитие. Есть пробитие. 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 Движение невозможно. Мехвод контужен. Скоро